Это устрашающая маска старейшины. Местные жители зовут его Мушул, в переводе с молдавского «дед». Шуточная битва разыгрывается в селе Орловка несколько столетий, с тех пор, как в этих краях поселились румыны-язычники. Позже к ним присоединились молдаване и украинцы. Православные и шаманские традиции смешались в уникальный обряд. Одна сторона с этой стороны, другая сторона с той стороны села, с того стороны. И встречаются, начинают толкаться туда-сюда, кто кого победит. Ну, да, веселятся. Но сегодня получилось как бы дружба. Не было такого, чтобы кто-то упал. Для каждого парня участие в рождественском празднике – особая честь. Признание его зрелости, силы, мужества. Юрий родился в этом селе, живет за сотни километров, но приезжает сюда каждый год. Отгоняет снопом сена болезни и злых духов. Мне нравится вот этот праздник. Я люблю больше его, чем Новый год, чем мой день рождения. Это, ну, дедушка нас, прадедушка. Они праздновали, я как бы. Важен каждый элемент одежды и атрибут. Калачи – подношение Мушулу от хозяек. Перец и прищепки – на удачу. Накануне их нужно выкрасть у зазевавшихся селян. Людей у каждого дома там, если оставляют, люди берется. Так, чтобы хозяин не видел. Посмотреть на обряд приезжают туристы из Молдавии и Румынии. Съезжаются и все жители окрестных сел. Мы гагаузы. Нам очень нравится вот это вот такое мероприятие, шоу. Все хозяйство встали рано, накормили и решили, сели на машину, сложились. Четыре семьи приехали. Праздник не раз пытались отменить, особенно в советские времена. Сейчас с традицией пытается бороться церковь. Но жители Орловки говорят, будут и дальше проводить обряды. Всеволод Ананьев, в настоящее время, Одесская область.